Как ты нашел это чудное место? Просто повезло. Приморска – небольшой курортный городок на юге Черноморского побережья Болгарии. Здесь отличное сочетание густых прибрежных лесов с широкими песчаными пляжами и экзотической растительностью. Одна из главных природных достопримечательностей Приморска – это река Рапатама, неторопливо текущая по затопленным джунглям среди огромных скал, нависающих над морем. Здесь есть и архитектурные шедевры, например, резиденция Перла, утопающее в зелени белоснежное чудо, от которого невозможно оторвать зачарованного взгляда. Именно окрестности Приморска были отобраны среди десятков других вариантов России, Румынии и Болгарии для съемок голливудского фантастического фильма «Человек-акула». Премьера состоялась 18 июня 2005 года, а съемки проходили в апреле. На территории резиденции Перла, в долине реки Рапатама и в заливе у ее устья, а также на пляже ММЦ Международного центра молодежи Приморска. По сценарию действия фильма происходит на одном из безымянных островов в Тихом океане, и живописные заливы Приморска оказались очень кстати. А чтобы леса Приморска, где в основном растут дубы и буки, больше походили на тропические, между камерой и актерами дополнительно устанавливали широкие пальмовые ветви. Человек-акула. Все в порядке? Отлично. Я скоро вернусь. Там капитан и два человека команды. Дадим взятку капитану, и он увезет нас с этого острова. Это люди Кинга. У меня больше денег, чем у Кинга. Давайте попробуем. Вы двое со мной. Амелия, ты остаешься здесь с Джей и Джулией. Я в состоянии сама себе позаботиться. Я знаю, но мне нужно, чтобы ты присмотрела за ним. Хорошо, идем. Жду указаний, прием. Просто будьте начеку. Им конец. Их прикончит либо океан, либо это чудовище. Пойдем. Женя. Что это было, Уитни? Акула. Мы в самой высокой точке острова. Пошли. До тех пор, пока мы будем держаться подальше от воды, у нас есть шанс выжить. Ну вот, дошли. Теперь осталось заставить эту чертову штуку работать. Что-то я не чувствую себя здесь в безопасности. Акулы не ходят по суху. Беги! Беги!
тогда я была готова пойти на все, чтобы положить конец человеческим смертям и страданиям в этом мире. Но сейчас... Я люблю тебя. Человек-акула.